ты-то она делает, а? Я тоже так хочу. Так, как там она? Ага, вот так. Так. О, вот так. О! Пап, что там шумишь? Что там делаешь вообще? Теперь еще одну башню. Ты чего? Это посуда, с ней не играются. Да ты посмотри, как она делает, я тоже так хочу научиться. О, у меня уже почти получается. Это опасно, это может разбиться, ты чего? Чего опасно, она же так же делает. Ну, у нее другие стаканчики. Сейчас, подожди. Да какая разница, какими стаканами играть? Можно и с этими поиграть стаканами. Нет, ну ты посмотри на своего отца, Милан. Что? Ну вот, играй. Они могут разбиться, и мама тебя утю-тю. А у тебя что, есть другие стаканы? Да, у меня есть другие стаканы. Сейчас принесу. Вот это другое дело. Да, что-то точно. Папа придумает, Милана молодец. А как в эту коробочку столько стаканчиков поместилось? Ну это же складывающие друг друга стаканчики. Вот это да. Так они же малюсенькие. Боженьки ты мой. Давай, и открывай. Еще одна коробочка, две так коробочки. Много. Смотрите, вау, какой классный таймер. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я открыл коробочку, и мама тоже открыла коробочку. Ну и что там? Стаканчики. Стаканчики? Ой, смотри, у Миланы тут что-то крутится уже. Прикольные часы у нас, классно, да? Ну да, с такими стаканами мы точно не разобьем посуду, поэтому, наверное, они более безопасные. Ну что, давайте пробовать играть. Погнали! Прикольный в этой коробочке прикольно оказался пакетик. Давайте его попробуем. Нет, я-я-я. Нет, я-я-я. Нет, давай вместе, окей. Ух, классно. Ладно, ты построила башенку? Да. Делай бум. Давай убирай вот этот самый нижний. Нижний или серединку? Нет, стой, я хочу поиграть в джинг-бум. Джинг-бум? Да, теперь ты. Теперь я. Ап. Мама! Ну, джинг-бум. Бум же. Джинг-бум, давайте тогда я вот уберу вот здесь. О, да-да-да, кстати, можно попробовать, чтобы она не упала. Давай, знаешь, вытащил? Да. А теперь давайте играть в настоящую игру. Итак, кто у нас из нас первый начинает? Давайте на камень, ножницы, бумага, кто первый? Нет, на Зуефа. Нет, стоп. На Зуефа. 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 Так, меня накрыли. Мы тебя накрыли. Да, теперь мы. Зуефа. Зуефа. Что такое Зуефа? Я накрыла тебя бумагой. Первая я, потом Милан. Значит, правила такие. Сколько, как можно больше карточек я вот так вот соберу за то время, пока закончится время. Итак, давай, что там у тебя с карточками? Выбирай первую карточку, мама. Что я тебе нужно построить? Я сверху брать буду. Тебе нужно построить вот такую башенку. Легкотня. 10 капс. Переворачивай время. Погнали. Так, времечко идет, времечко идет. Мама пытается строить башню. Они такие маленькие, я еще не пробовала. Еще и последнюю, да? Так, есть, построили. Есть. Теперь еще одна карточка. О, нет, это невозможно сделать. 12 капсов. Так. Бери вот там запасную. Да, возьму там. О, боже. Где же это реально-то? Давай быстрее последние капсы. Не получается. Время закончилось. Итак, я за свое время смогла построить только triangle, и то потому что он такой очень простой. Мама построила только одну карточку. Одну всего-то. Милана, твоя очередь. Хоп. Берем. Тут несложно, сама попадется. Покажи нам карточку. Ой, тебе попалась моя карточка, хотя я все перемешивала. Ну ладно, давайте новую карточку, чтобы было интересно. Ого! Ну-ка покажи нам. Вот такую башню, Милане, надо посмотреть. Слушай, а они ставятся совсем по-другому. Так, раз, два, три. Время пошло. Строй, давай. Давай. Не спеши. Главное, не спеши лучше. Все, это, по-моему, все, нет? А, ты начала неправильно, Милана, смотри. А, нет, правильно. Правильно, здесь. Правильно, все. У тебя классно получается. Нет, да, вот так. Да. Просто ставь. А! Есть! Отвечаю, да? Она? Милана так быстро порушила. Ну это она. Ну, у Миланы получилось. А, Милан хочет еще. Да нет, ты не успеешь. У тебя времени уже нету. Куда ты?
Но Милана сделала супер клевую сложную башню. Супер сложное задание. Ты справилась. Так, папа, твоя очередь. Три очка? Да, тебе три очка. Как маленькая, как самая маленькая. Мешаем, мешаем картошки. Кручу-верчу? Да, которую Милана собрала, вы ее убрали, да? Да, да, да. И мою, и Миланину убрали. Да, давай. Друзья, я беру карту. Я беру карту. Вот эту. Блин, что это такое? Этот флауэр, по-моему, везде попадается. Это что за дьявол такой? Бери и раз, локоток. И два, и три. Поехали, да. Время пошло, время что, идет. Что делать-то надо? А у папы шарики туда-сюда катаются. Ой, папа, ничего себе. Там у тебя они как-то через раз, да? Да ну, это сложно, ребята. Закончилось. Нет, не закончилось. Еще есть чуточку времени. Я тебе потяну, папа, время. Ну, как сказать, потянул? В смысле, я его сейчас поставлю на место. Все, я построил? Да. Нет. Букфлауэр, блин, у меня не то получилось. Что это за цветок квадратный? Из Майнкрафта. Да, папа за первый раунд. Итак, в первом раунде у нас победила Милана. Мы устраиваем еще один раунд на троих? Да, вы сейчас будете вдвоем бороться за первое место. А я на третьем. I'm loser. Значит, правила такие. У нас теперь с Миланой по 12 капсул, стаканов. А и вот с нами время. Невидимка вот сидит, вот он. А, здравствуйте, невидимка, здрасте. Уйдите с моего места! Мы сейчас выберем одну карточку, и кто из нас быстрее построит то, что сделано здесь... Тот и побеждает? Тот и побеждает. Итак, друзья, давайте, как вы думаете, пишите в комментариях, кто же победит, Милана или мама? И пишите, за кого вы болеете, за кого вы болеете, пишите. Милана, победи! Мама, победи! Милана, Милана, невидимка, победи! А, ты не играешь? Ну ладно. Милана, выбирай карточку. Что-то ты как-то сразу выбрала. О, давай что-то другое. Нет. Circle Tower, а что? О, да, да, Не. Что это? Билл Тауэр, это большая башня. Да, она прикольная. Слушай, она клёвая. Милан, ну ты же предыдущую башню построил. Реально, тебе построил. Какая разница? Нужно построить башню двухэтажную. Ну я чуть-чуть начну сейчас вот так вот. Так. Ну, построй первый фундамент, первое. Давайте засекать время, друзья. Ну, там как бы не от этого времени, на самом деле. Кто из нас быстрее? А, ну хорошо, ну давайте, раз, два, три, погнали. Итак, погнали? Да, погнали. Кто же будет на первом месте, кто же победит? Тюка-т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 юка. О, май гуднес. Да, я, кажется, понял, кто был первее, но, в принципе, вы неплохо справились с этим заданием. Оба! Нет, вот так. Вот сюда. А, вот сюда? Раз, два, три! А это было поинтереснее, да? Ребят, в комментариях напишут, потому что на самом деле у меня поединок был не очень честный, потому что Милана это ведь младше меня так на значительное количество лет, и естественно, что ей сложнее. Она построила очень быстро, у нее очень вот в этом плане, да, легко получилось. Мне кажется, было бы интересно, папа, нам с тобой провести батл. Мы с тобой одного возраста, давай проведем батл, просто интересно, кто из нас? Итак, какая нам карточка достанется? Давай, давай я тяну. Возьму вот эту. Что там? А, ну ничего, кстати. Таунхаус, мы будем строить огромный коттедж. Посмотрите, тут даже нарисован этот дом, таунхаус. И написано таунхаус, да. Реально, это дом мечты мы будем строить, мама. Раз, да? Два, три. Окей. Пока что лидирует мама. И мама начинает делать домхаус. Я все. Вон у тебя китайский, он рассыпается быстро. А мой прочный, он стоит хорошо, подожди. Стоит хорошо. Он такой защищенный, понимаешь? Нет, вы видели, да? Вот когда человек не умеет играть, вот он начинает жульничать, вот. Ну ладно, бывает, с кем не бывает. Кто победил в суде? Папа.
Потому что у меня был прочный и сильный фундамент. А у мамы вечер по дуру все сдуло. Что это такое? Это не дела. Нет, ну а пишите в комментариях, как вы думаете, кто выиграл, потому что я думаю, что выиграла я, и это было честно. По крайней мере, у папы. Ну, наверное. Ну что, друзья, сегодня с вами был канал Family Box. Обязательно подпишитесь на наш канал и поставьте лайк этому видео. А также переходите по другим нашим видео и смотрите. Там много прикольных видосиков. Всем удачи! Всем пока-пока!